чтобы взять и распустить, и смотать клубочки, и по-новому связать все свои годочки. Где бы мимо бы пройти, где бы остановиться, все несчастья обойти, счастьем поделиться. Только Богом не дано нам такой свободы не смотать, не размотать прожитые годы. Ну, друзья, доброе утро! Но мы не унываем. Молодежь тоже будет на нашем месте. Мы на их месте уже никогда не будем, мы уже были. Поэтому я считаю, что участь стариков нас ждет, поэтому старость надо уважать. А я знаю много молодых, что охают без дела. У них состарилась душа, у нас всего лишь тело. Смотрите, сколько я опять кошачьего корма набрала. Вчера 5 штук скормила двум. Ну, не разом. Утром там и вечером. Ой, бездомных все кормлю. Вот, вот так у нас, друзья, все растаяло. Лужи стоят. Сосульки висят везде. Дорожники, не расслабляемся. Убираем снег, потому что еще навалит снега. Еще то ли еще будет. Есть и на домах такие сосульки. Поэтому смотрите вверх. Не ставьте машины под сосульками. И вообще, берегите голову. Поехали потихонечку на первой. Ура, вытянули, вытянули! Я уже показывала площадь Ленина, а теперь еще и елку поставили. Очень хорошо нарядили. Молодцы. Привет, Ленин. Стоим в пробке на Финляндском вокзале. Вот там вдалеке пазик пытается развернуться. Но я уже и не рыпаюсь, у меня вообще 10 метров, у него 6. Облюбовала я эту заправку на энергетиков у Ленты. Дизель 63.10 на сегодняшний день, 19 декабря. Роснефть. Люблю я к ним ходить, потому что я у них всегда ем. Сейчас заправлюсь. Так, заправила 73 литра на 4606 рублей. Так, пойду что-нибудь выпрошу и съем, и заплачу. Ну вот, что мне теперь делать, если я без них жить не могу? Я все время к вам, все время к вам. И покушать тоже. И заправка сегодня у меня. Так что, что мне предложите? Я давно с лучком не ела. Вот с таким вот. Так, вот такая у меня карточка. На все заправки. Сейчас я буду есть гриль-дог. Вот такой. Пожалуйста. Так, вот она, красота. Спасибо огромное. Ну что, ласковый теленок двух коров сосет. Поэтому человек, когда относится хорошо друг к другу, когда относятся люди друг к другу хорошо, то и приятно и тем, и другим.
я на заправку заезжаю как к своим. Они говорят, можно мы вам вот так сделаем, вот так сделаем? Я говорю, да из ваших рук я съем все. А, Мишаня с новой рекламой выехал на Мазике. Ох, красота. Вот одна развозка у меня ЛСР утром и вечером. Строители. Собираю, стою 10 минут, жду. И поедем в общагу, увезу их на Уманский. ЛСР. Все скумбрия холодного копчения, представляете? А я горячего нашла, наконец-то. Я так люблю горячего копчения. Все, это мое. Да, перед Новым годом яйца подорожали. С1 119, СО 139. Это еще цена до Нового года. Но зато сахар подешевел, смотрите. Был 65, сейчас 55 за килограмм. Тут килограмм. Олейна 139. Злата 109. Золотая семечка 109. Да не может быть. Ничего себе. Видите как? Соль. Это я так за хлебушком зашла. Цветочки продаются, как у мамы. Они зимой цветут. Вот это называется, что они цветут. Листочки красненькие. Блин, классный цветок. Вообще обожаю у них эти уголочки в магните. Не хотите елочку натуральную? Ананас. Набрала на 2209 рублей. Ты жилетку мою облюбовал, да, Барсик? Молодец какой. Ну что мне? Ничего готовить не буду. Отварила картошечку, яйца. Может быть, окрошку сделаю. Не зря же я минералку купила. Сейчас я это уберу. Я еще в Озоне заказала тушь. Сейчас покажу. Итак, первая тушь. Хорошо они запечатывают. Так как я, когда ездила к маме, я у нее все оставила. Помаду, тушь, карандаш. И я назаказывала себе. Так. Вот какую-то я опять новую заказала. Но я такой еще не пользовалась, не знаю. Операция происходит. Все в коробочке пусто. Это не знаю, что это. Подарок. Так. А вот тут, господи. Ну вот, опять буду щелкать. Вот радость-то, блин. Это они так хорошо переживают за свой товар. Я их очень хорошо понимаю. Тут оно действительно не разобьется. Даже... водой не испортится. Ну, так не приходило еще. Я выписывала, что в коробке. Так, вот моя тушь, которой я очень часто пользуюсь. Она не растекается. Так а что опять такая же?
Откуда опять такая же тушь? Я не такую заказывала. Я одну такую заказывала, другую заказывала. Ничего не понимаю. Ой, камера, выключись. GoPro стоп видео. Ну это они точно мне столько много вот этих пузырьков, чтобы я нервы успокоила и не переживала, что они ошиблись. Да, нормально просто. На разрыве была. Поставила в машину, в посудомоечную посуду. Все, она чистенькая. Сейчас буду окрошку делать. Ой, спасибо, какое счастье. Разгружаем. И делаем окрошку. Итак, все-таки я окрошечку сделала и даже картошечку пожарила. Итак, самый важный процесс. Майонез, горчица, перчик. Это что за сюрприз мне устроил Барсик, а? Ты чё, Барс? Тебе 7-й год уже. Это же в прошлом уже. Ты мне раскатываешь туалетную бумагу. Ну и так, для кота мы елку наряжаем. Да, Барсик? Для тебя мы елку наряжаем. Сначала гирлянда. Барсик, наблюдательный пункт. Как мама елку наряжает, да? Молодец, Барсик. Смотри, смотри. Тебе же игрушки тут лапать. Ну что, последние штрихи. Ножки прикрыть. Куда подарки засунем. Мечта. Все, Барсик, иди оценивай. Ну все. Мама заправляет кровать. Можно гадить, Барсик, снова, да? Можно снова рыгать на кровать, да? Солнышко, как ты любишь чистую постель. Чудо, чудо. Вот так. Красота. Спокойной ночи всем. Всем пока-пока.